каждом районе Кишинева будут организованы пасхальные ярмарки. Аллеи и улицы украсят праздничные декорации. Об этом в рамках традиционного заседания коммунальных служб мэрии объявил столичный градоначальник Иоанн Чабан. По случаю Дня Воскресения Христова в столице будет организовано множество тематических акций. Программу культурно-массовых мероприятий муниципалитет опубликует в ближайшее время. Они запланированы во всех районах города. В преддверии праздника Кишинев также будет украшен пасхальными инсталляциями и тематическим уличным декором, который собирается закупить мэрия. Рог, когда освещают эти сакраменты, это публика, тата агенда, începând de la târguri, festivaluri, mici evenimente pe care le-am organizat. Pe străzi, pe alei, am insistat ca astfel de decorațiuni să fie procurate, am mai spus acest lucru, și să nu fie închiriate așa cum se făcea până în 2020. Să avem posibilitatea să le utilizăm ori de câte ori are nevoie municipalitatea. В этом году Пасха приходится на воскресенье 24 апреля, понедельник 25 для бюджетников выходной. Через неделю 1 и 2 мая православные отмечают Радуницу.